Ребята, всем привет, и вы только посмотрите, какая у меня сегодня на обзоре огромнющая коробка. И в этой коробке лежит квадрокоптер, который я заказал на сайте gearbest.com. Ссылочка на этот квадрокоптер будет в описании под видео. Ну что, давайте вскрывать. Итак, ребята, этот квадрокоптер фирмы Suma, модель X5HC. И, кстати говоря, этот квадрокоптер — это новинка 2016 года. Как вы видите, его основные достоинства нарисованы вот здесь. В нем есть функция 3D полета, гироскоп, режим для обучения новичков очень классный, подсветка квадрокоптера, то есть в нем можно летать ночью. И еще, кроме этого, в нем есть HD камера на 2 мегапикселя. Ну что, давайте я уже его открою. Так, с самого верху лежала инструкция на английском языке, так что думаю, проблем с тем, чтобы освоиться с ним, ни у кого не возникло. Так вот все хорошо защищено, так что в дороге этот квадрокоптер ни в коем случае никак не побьется. И посмотрите, какой же это крутой квадрокоптер. Я заказал его в черном цвете, посмотрите, как круто он смотрится. Так, посмотрим, что еще есть в коробочке. Ну, конечно же, аппаратура с частотой 2,4 ГГц, кстати, прямо с нее можно начинать запись и фотосъемку на квадрокоптере. И работает она от 4 батареек. А потом еще камера, которая крепится отдельно. То есть можно летать на квадрокоптере как с камерой, так и без нее. Если вы летаете без камеры, то, соответственно, будете на пару минут дольше летать. Защита для лопастей квадрокоптера. Они одеваются сюда, и если вы вдруг решите полетать в помещении, то вы их одеваете, и тогда ваши лопасти будут в полной безопасности. И еще комплект запасных лопастей на всякий случай. Ну и последний пакетик, в котором лежат всякие разные запчасти. Тут лежит отвертка, ножки для квадрокоптера, зарядка для батареи и картридер. Кстати, да, в камеру вставлена уже сразу же карточка на 4 гигабайта. То есть вам не надо отдельно искать карточку, в камере она уже есть. Ну а сама батарея вставлена уже в квадрокоптере. Батарейка емкостью 500 мА, и, как заверяет производитель, этого должно хватить на 6-8 минут полета. Ну что, ребята, я показал, что входит в комплект этого квадрокоптера, ну а теперь самое время полетать, но перед этим надо его собрать. Взлету готов. Воу, полегче! Пойду-ка лучше на улицу. We'll be right back.